Педагоги Владивостока продолжают постигать новые образовательные курсы от Академии Минпросвещения. Стратегическая сессия для управленческих команд и педагогов-предметников стартовала в понедельник и проходит сразу по 5 образовательным программам. Курс предусматривает тематические занятия по математике, физике, биологии, химии и управлению. Сегодня наблюдается потребность в изменении системы образования, а вместе с этим и предметного обучения. Сегодня очень меняется система образования, и, соответственно, меняется и предметное обучение. Вот наша задача, в частности, меня как преподавателя курса по математике, конечно, очень волнует вопросы новых требований. Плюс, конечно, идет постоянное усложнение. Нам очень важно, чтобы наши учителя овладели новыми требованиями, знали, как сегодня надо преподавать математику, чтобы мотивировать детей, для того, чтобы математика стала не просто сухой и неинтересной наукой, а могла использоваться очень активно, применяться в жизни. Я прежде всего жду, что вот те новые подходы, новые технологии, которые мы сюда привезли, чтобы они были освоены и чтобы они с интересом могли применяться вот непосредственно на разных форматах, на уроках, во внеурочной деятельности. Прежде всего очень важно, чтобы сами слушатели были мотивированы на те изменения, которые мы ждем от нашего образования. Напомним, план мероприятий по развитию системы образования подписали во Владивостоке глава города Константин Шестаков и ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин. Возможность проведения специального обучения впервые была рассмотрена на полях Восточного экономического форума в 2022 году. Владивосток стал первой в России площадкой, где учителя проходят обучение по новым программам повышения квалификации.